Уход известных артистов – это настоящая трагедия для страны и большая боль для поклонников их творчества. Их работы оставляют глубокий отпечаток в нашем сознании. Друзья, за последние несколько дней наша страна потеряла большое количество творческой интеллигенции. Это актеры, писатели, композиторы. Месяц март по сравнению с предыдущими месяцами побил все трагические рекорды. За 15 дней мы потеряли 16 народных артистов. Такого звездопада наша страна еще не видела. Все обеспокоены и сильно переживают за артистов. Надеемся, что скоро это время закончится и массовый трагический уход актеров остановится. Сегодня мы с прискорбием сообщаем вам, друзья, что не стало еще одного замечательного талантливого человека. Актер нам запомнился по ролям в таких легендарных фильмах, как «Ликвидация», «Капитан Немо», «Приключения электроников», «В поисках капитана Гранта» и «Одесса мама». Советский и украинский актер театра и кино Александр Казимиров скончался в Одессе на 77-м году жизни ночью 13 марта. По предварительным данным, у актера не выдержало сердце. Он много лет служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. Владимир Машков и Сергей Маковецкий уже выразили свои соболезнования родственникам актера. Они назвали это большой утратой для мира искусства. Наш канал также приносит свои искренние соболезнования родственникам актера.